следующий вопрос, опять же, обобщенный нами, из многих вопросов очень похожи друг на друга. Возможно ли, чтобы представители крупных акционеров, а также заинтересованных потенциальных крупных инвесторов, правительственных структур присутствовали на открытии проектов, осуществляемых в Дубае, в Шарзе или в других местах? Ну, конечно, возможно, хотя это не обязательно. То есть, понимаете, вот говорит, крупный инвестор, чем отличается там маленький инвестор? Он вложил деньги, получил долю в бизнесе, причем получил преференции, потому что он долю купил с большим дисконтом. Он уже получил один раз эти преференции. Не надо ждать, что будет еще, еще, еще. Я же крупный инвестор. Да? Поэтому крупный инвестор, вложив деньги, он сделал свою работу. Так? И просто привлекать его в качестве какого? Инженера, менеджера, чего? Разработчика, дизайнера или кого? Ну, насколько я понимаю, вопрос в том, крупных инвесторов будут ли приглашать в качестве гостей? В качестве гостей можно, но здесь же вопрос не так задан. Участие, это не просто посмотреть. Да? Поэтому, естественно, присутствие, демонстрации, да, это вопросов нет. И мы, естественно, будем, когда проводить эти мероприятия, но есть и закрыто, допустим, у нас посещал его высочество шейх Шарджи, это было закрытое мероприятие, какие гости. Там проверяли, ну, понятно, каждого вдоль и поперек с помощью приборов, там собаки были, проверяли, не дай бог, что там не случилось и прочее. Естественно, там зрителей не должно быть сторонних, да? Но есть и открытые мероприятия, они будут, то, естественно, будем приглашать, и если там не будет, опять же, каких-то пандемий или каких-то форс-мажоров, то милости просим, и мы не будем это скрывать, и более того, и я всегда доступен, в общем-то, и то, что мы делаем, там тоже доступно, но в разумных пределах. Нельзя с улицы прийти и пойти там что-то фотографировать. Или что-то еще делать, то, во-первых, ноу-хау есть, во-вторых, там ведутся работы, и не дай бог что случится, кто будет отвечать? Юницкий. Поэтому не надо это делать. Да? Хорошо. Еще один вопрос относительно инвесторов. Запланирована ли у вас встреча в формате круглого стола с крупными инвесторами? Ну, как пояснение такое, это те, которые инвестировали более 100 тысяч долларов. Имеются ли у вас для них какие-то спецпредложения, например, вовлеченность для осуществления в своей стране целевых проектов или какое-то дальнейшее соучастие? Вы частично отвечали на этот вопрос, да. Но он уточняющий. Здесь конкретно вот эти крупные инвесторы хотят иметь какое-то более тесное сотрудничество с вами в продолжении. Есть ли какие-то в этом отношении планы, видения? Тут сотрудничество разное. Вот есть информационное сотрудничество. Мы не скрываем информацию и даем не только крупным инвесторам, но и всем инвесторам. И в этом плане нет разницы. Но вообще-то самый крупный инвестор – это я. Наверное, я сам от себя ничего не скрываю. Как вы думаете? Так же? И сам с собой беседу за круглым столом, и не только, да? Да? Ну, мы уже за круглым столом, да. Со всеми инвесторами. Также, Артур, ты тоже инвестор, да. И не маленький. Не маленький. И мы же с тобой каждый день общаемся. Да. И наши инженеры тоже инвесторы, и мы тоже каждый день, иногда по 10 раз на дню общаемся. Поэтому эта работа ведется. Но вот есть вот иллюзия, что я вложил там 100 тысяч долларов, поэтому ну, ко мне должно какое-то особое отношение, там. Я должен весь в шоколаде быть, а мне дайте еще какую-то конфетку, а мне еще там что-то дайте. Ну, этого не будет, это не должно быть, это неправильно. Конфетка уже была. Тот, кто вложил 10 долларов, купил дисконтом 1:10, ну, к примеру. А тот, кто вложил 100 тысяч, купил 1:100. Вот тебе конфетка и есть, 10 раз дешевле купил. 10 раз большую долю. Значит, ты 10 раз больше получишь инвестиции на один там, рубль, доллар вложенный, да? Больше капитализацию получишь на вложенные в деньги. Вот ты уже это получил, да? А думать, что если человек вложит 100 тысяч долларов, то он, конечно, нам поможет спроектировать Unibus. Это не обязательно взаимодействие. Да, это более того, это скорее всего наоборот, да? А тот, кто миллиард вложит, так лучше его не подпускать и вообще там проектирование. Да? Вот такое там подскажет, что он вообще ничего не заработает. Да? И поэтому те, кто, допустим, вкладывает там, я не знаю, в Airbus или там компанию Boeing, то это не значит, что эти инвесторы
в компании, которая проектирует самолет, вот прямо вот каждый день заходят и там смотрят, как работают конструкторы, там это, общаются с ними, устраивают круглые столы. Ну, этого нет. Ну, это бизнес, он несколько по-другому устроен, да? Ну, мы открыты и не возражаем против вот таких общений. Нет, мы за, и это и происходит даже сейчас. Мы же в прямом эфире это все делаем. Хорошо. Большое спасибо, Анатолий Эдуардович, за ответы на вопросы для наших инвесторов в прямом эфире. Благодарность тем, кто присоединился на этом онлайн Экофесте 2020. Мы прощаемся с вами из Экотехнопарка и передаем слово инвестиционным фондам, которые выйдут в эфир на своих каналах. Там вы сможете продолжать задавать свои вопросы и получать полные ответы. До свидания, до встреч на следующем Экофесте в следующем году. Всего доброго, до свидания, спасибо. Star Club. Возможности безграничны.